хорошем настроении. Граждане, тихо. Граждане, я пришла, вы пришли, построили здесь. Не надо здесь толкучку создавать. Вы же в интеллигентном месте. Ну, шо вы, а? Да, красавец, я вижу тебя. Будешь первым, подожди. Я же на телефон отвечаю, правильно? Заявление принимаю, правильно? Я же не могу разорваться, понимаешь, что-то. Тихо, тихо, товарищи, тихо. Все встали, минуточку. Сейчас отвечу на телефон и вас возьму так. Алло, да. Да, я на работе уже, да. Что? Какое объявление? Я думал, это ты Петя, а ты кто? Вася. Какой Вася? Не знаю, неважно. Какое объявление? 43. Ага, читаю, вот нашла. Эротический массаж, очень быстро. Улица Виноградная, 10. Прямо около ворот. Спросить Нину. Чего? Внести изменения? Так, пишу. А никого не спрашивать, стоять и ждать, когда подойдут сами. Записала. Какой еще номер объявления? 68. Вот есть. Досуг, низкие цены, элитные девушки от 7 рублей. А? Продлить еще на месяц? Хорошо. Так, товарищ, давайте, чего у вас? Чего это? Чего это? Так, недвижимость. ЧД, ЧУ, ЧГ. Это что за азбука морзе такая? А? Ну, понятно, частный дом, частные удобства, а ЧГ что такое? Далеко живете, поэтому написали сокращенно. Частный дом, частные удобства, черти где. Так, оставляйте. Так, мужчина, давайте, что у вас? Что это? Срочно, недорого продается застекленная лоджия. Мужчина, вы что, совсем что ли? А? Очень сильно хочется выпить? Вы продаете что-нибудь другое? Что, продали уже и туалет, и кладовку? Так, ладно, оставляйте. Так, что у вас? Давайте. Что это? Что это? Теплоход Вологда на время круиза требуется. Официантки, зарплата $200. Бармены, зарплата $300. Наживка для акул, зарплата $400. Боже, ну что они? Минутку, у меня телефон. Алло, да. Так, записываю. Говорящий попугай за 2 банана в день задолбает кого угодно. Телефон 455-78-90. Да, хорошо, хорошо, записала. Минуточку мне опять. Алло, да. Записываю. Говорящий попугай за 2 банана в день задолба. Птица, положи трубку. Так, мужчина, давайте, что у вас? Свое объявление, давайте, что это? Так, кот, фор, евр, сэм и ко. Что это такое? Коттедж, хороший евремонт? Не так, а как? Кот из хорошей еврейской семьи ищет кошечку. Мужчина, объявление нужно писать ясно. Вот учитесь, бурен скважины на воду, на нефть, на газ, на хрен. Ой. Или вот, чистим ковры, мебель, квартиры, машины. А вот какая прелесть, уничтожим тараканов, грызунов, родственников. Понятно? Вот так. Или вот, бригада квалифицированных отделочников отделает вас и вашу квартиру. Минуточку, у меня телефон. Алло, да, слушаю. Говорящий попугай за 2... Скотина, положи трубку! Алло, а я сказала скотина... Я тебе скотина... Я... Ой, мужчина! Нет, извините, ну какой же вы скотина, господи, я же не вижу вас, да. Минуточку, так, я пишу, так, вывожу из запоя телефон, ага, еще что, ввожу в запой. Телефон тот же самый, это как? А, понятно, по четным туда, по нечетным обратно, а. Не, вы будете смеяться, на почве пьянки у нас многие знакомятся, вот недавно напечатали, слушай. Состоятельный мужчина, 2 бутылки водки, кусок колбасы, буханка хлеба. Ищет состоятельного друга, стаканы, огурец и курево. Кошмар, давайте, товарищ, что это у вас? Так, продаются шахматы новые. Один белый конь мерин. Черная кобыла железо. Боже мой, это что у меня? Так, это у меня досуг. Ой, досуг у меня самая большая папка. Слушай, смотри, вот написано досуг. Мальчики, весело, с выездом, звонить 02. Ой, а это опять досуг. Смотри, сауна с водой, бильярд, массаж, девочки, мальчики, верблюд, пони.
Незабываемый друг Пелагеи Тинищева, первая любовница Максима Горького. Ой, что у меня творится? Кстати, сейчас многие магией занимаются. Только посмотри, что творится. Посмотри. 100% приворот. Верну мужа. Если что, отдам своего. Отучу мужа ходить налево и совсем. Готов взять на себя заботу о вашей тёще. Кандидат в мастера спорта по стрельбе. А это у нас здоровье. Смотри, врач-сексопатолог. Операции с недвижимостью. Обрезание из материала заказчика. Результат немедленно. Ой, а это? В культуру или в досуг? Братья-священники недорого отпоют. Пишут, а, ведь объявление должно быть понятно последнему идиоту. Вот смотрите, вот, например, очевидцев ограбления ювелирного магазина по проспекту Ленина просят меньше гавкать. Ну, коротко и ясно, это высококвалифицированный хирург поможет плохому танцору. Так, следующий. Господи, вся очередь закончилась, наконец-то. Ой, как придешь на работу, как наработаешься, о себе подумать некогда. Не, как же вот написать о себе, объявление дать? Так, напишу «красивая и одинокая». А, нет, не поверит. Напишу так «красивая и жутко молодая». Набегут затопчут. Ой, как же написать так, чтобы дошло до кого нужно? Напишу так «нормальные мужики». Озверела от одиночества. Кому не страшно, позвоните. Борщ и порядочность гарантирую. Если что не так, прибью к чертовой матери.